Саранске. В одном из подъездов жилого многоквартирного дома камера зафиксировала жестокое избиение собаки. Местный житель избивает своего пса, который прожил у него 9 лет. Собаку зовут Нельсон, и она страдает от недержания. Хозяина этот недуг начал напрягать, и он решил прогнать пса. Но так, чтоб он и не надумал вернуться обратно, и для этого он основательно избил собаку. Брошенного и избитого Нельсона уже нашли и забрали себе зоозащитники. В ближайшее время они собираются подать заявление в полицию. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.